и раскрывает таз. Вообще, на самом деле, здоровый таз, что это такое? Это хорошо вытянутые мышечные структуры с хорошим тургором. А как нам наработать тургор, то есть упругость мышечной ткани? За счет приседаний. Экологичное приседание, будем делать его очень широко. То есть мы отводим ногу шире, чем плечевой пояс, и уходим торсом между коленных суставов. Стопы строго параллельны. То есть вот такое движение широкое. Приставить стопу, выдвинуть в сторону. Видишь, ковер, вот мы его делим на две части. И сесть вниз. Да, я сейчас покажу, как это выглядит в профиль. То есть широкий выпад, и я ухожу так, чтобы у меня реберная дуга касалась внутренней поверхности бедер. И получается копчик колена на одну линию. Вот такое положение. Я еще раз его продемонстрирую. Раз, села, два, наверх, три, ногу приставила, четыре, поменяла. Раз, два, три, собрала, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Таких 20 приседаний. Угу.